Я вижу. Слушай, интересно здесь зимой-то. Как многие поняли, мы на Бобровой плотине за церковью Веретьево. Здесь зимой шикарно, хоть на коньках катайся. А туда уже идти поляна смотреть оленей. Но это все будет все скорее в другом видео. Такую плотину вижу, наверное, 100 метров длиной она. Да, мощно здесь. Это вот получается отсюда, да, начало? Как Великая Китайская стена нам дойдет. Да уж. И он... где я только что стоял, место. У меня заряда практически не осталось. Дойду, докуда дойду. Потому что тоже все-таки интересно это все посмотреть. Надеюсь, я не провалюсь, потому что стою я уже на воде, на их и у дерева. Вот такая у них плотина. Неудивительно, что летом в реке пропадает течение. Я не знаю, будет видно, нет. Вон там они сгрызли вот такое здоровое дерево. Вон то дерево как раз посередине. Уж сюда я не пойду, потому что я не знаю, провалишься тут нет. А желание идти 4 километра сырым тоже у меня не возникло. Передвигаюсь вон, как на лыжах. Стою, прямо слышу, как подо мной вода течет. Вон ручей вытекает. Это крутое ощущение. А учитывая, что тут если пролетишь, я думаю, как раз по самое-самое. Такая изогнутая береза. Ладно, пойду искать Сашку. Пойдем. Да?
Ну уж это в следующий раз посмотрим. На этот раз точно все. Пошел я домой. Вон, Санек меня фоткает. Интересно получилась фотка в HDR. Сейчас вот такая темень здесь, а в HDR фото получилось как будто белым днем. Вот сейчас, видишь, опять глюк был. Не записалось. Я говорю, стекло глючит. Я нажал запись, а оно не записалось. Хорошо на экран посмотрел. Давай, яблочный. Дичка. Чтоб точно прошла. Дичка. Не мороженое. Куда раз? Весной, конечно, прорастет. Ну давай. Но я думаю, мы весной с тобой все равно это визуально не ощутим. Это, посреди это, травы. Это через 5 будет. Да, будет заметно. Пока там Сашка сажает яблони, я пойду похожу, поснимаю камни в стенах, про которые я рассказывал. Вот поэтому и странно, что дымом не пахнет. А должно бы пахнуть. Не, слушай, смотри, дым и правда не идет. Угу. Походу, съехал. Сейчас увидим. Странно все это. Печного дыма нет. Но дровник вон покрыт весь. Я что и говорю. Не, ну следы, ладно. Их, допустим, занесло. Здесь он никогда не ходил. Не, слушай. По этой тропинке тоже следов нет. Ну что, все на месте? Ну раз все горит, значит здесь. Да, они вообще в этом году ничего похожего не делали. Смотри, еще никто артефакт не забрал. Все на месте. На фиолетово пусть стоит. Да, стол круглый. Старый-старый. Что-то денег у них не густо. Какой-то. Рассказывай. Я тут давно, ты что, первый раз видел?
походу. Что-то давно ничего не... А вот я что и говорю, странно. Обычно у него все чисто, прибрано. Сырой. Как у меня Серега говорит, та-дам, та-дам, вы, говорит, не пейте. Вот здесь оторвано, ладно, здесь прикопаться не к чему, здесь оторвано, а здесь не оторвано. Может, он там спит? Может, он свалил куда? Именно сегодня. Вон там я тогда проходил.